очень многие люди совершенно неправильно воспринимают нынешнее окружение Путина. Организованная преступная группировка, причем именно осознающая себя как организованная преступная группировка, которая возникла в начале 90-х еще в Санкт-Петербурге, а потом всей своей массой прямо прибывшая в Москву. И эта преступная группировка сегодня, захватив вот этот вот, согласно Конституции, определяющая очень многое пост в нашей стране, пост президента, она просто взяла под контроль государственный аппарат. В правительстве абсолютно понятно и естественно. Они находятся на службе, вольной или невольной, это уж пускай суд решает, у криминальной, у преступной группировки. Эта преступная группировка за это дает им возможность зарабатывать деньги или напрямую дает эти деньги. А, причем преступная группировка говорит, что если ты не берешь деньги, то ты не с нами. Поэтому или бери, или пошел вон.